Так, ну хорошо. То есть получается, мы теперь можем разведать вон ту локацию полностью. По-моему, кто-то за меня так что за мной бежал. Или нет? Демоны. Демоны мерещатся. И, по-моему, вот тут есть проход, если я ничего не путаю. Это все то, что провалилось. Да, лихо. Я вообще не понимаю, как мы это пережили. Точнее, я понимаю, как мы это пережили, потому что так сделали разработчики, но все равно. Что значит, как это, зачем бить все бочки? Ёлки-палки, вы что? Вы что, в Dark Souls не играли? Бочки самые страшные враги. Так, тут мы все. Оу! Ау! Я вообще не знаю, что тут есть еще один у меня прямо за спиной. Мило. Серьезно, он еще жив? Не понимаю, как работает это кольцо, реально. Что-то оно определенно не так, как в Bloodborne работает. Так, теперь мы можем спокойно походить и пособирать все эти вещи. При условии, что по нам не будет стрелять наш новый друг. Серьезно? Я извиняюсь. Вон они, мои души валяются. Знаете что, я, наверное, даже не буду туда ходить теперь внутрь. Я просто выйду наружу. Учитывая, что по мне, по идее, он не должен стрелять. Все должно быть good. Должно быть, ключевое слово. Оу, я надеюсь, эта стрела не будет по мне дамажить. О, другое дело. Стойте тут. Ну, да, судя по всему, она по мне теперь тупо не бьет. Товарищи, мы нашли новое место для фарма. Еще одна ветвь, еще одна ветвь. Крепкая дубина. О, это скорее всего для билда на силу. Да, 12 силы. Характеристика С уже сразу скалирование. Дубина, утыканная гвоздями. Грозное оружие. Благодаря гвоздям это дробящее оружие может вызывать кровотечение. Однако гвозди делают оружие менее прочным. Боевой клич. Интересно. Давай, выходи сюда, товарищ мой. Ненаглядный. Далеко ушел. Или нет, в самый раз. А остальные чего? Давайте, чего же вы? Идите свежим воздухом подышите. Нет, не хотите? Ну ладно. Так. Ладно. Джамп механик! Окей. Горящий осколок кости. О, это по идее нам должно улучшить наши фляги с эстусом. Если я ничего не путаю. Сейчас посмотрим, так ли это. Сожжите каждый храм, чтобы усилить эстус. Отлично. Бросив костер храма, чтобы усилить целебные способности эстуса. Костры разведены на костях нежити. Кость, которая продолжает гореть, еще свежая. Но прежде чем парировать, что? Пировать на костях, стоит хотя бы помолиться. Интересно. Так, ладненько. Здесь, значит, все посмотрели. Теперь можно сходить вон туда подальше и еще заодно вот это добрать. Угу. 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 Ой, ты. Я что-то слышал? Понятно. Западня! Западня! Везде западня! Че там подобрал? Ничего особенного. Что-то еще есть? Тут ничего, тут ничего. Пепел гробовщика. Окей, сейчас почитаем, что это такое.
Блин, почему у меня такие проблемы с тем, чтобы найти какой-то новый айтем? Серьезно. Может, так проще делать? Вот он. Служанка в храме создаст новые предметы. Ага! Окей, cool. Так, ну окей, вроде бы теперь все. Зачистили, прочистили. Ладно. Тогда можно попробовать опять пойти в ту башню и либо вниз спуститься, либо наверху. Все-таки повнимательнее, ёлы-палы, я чуть опять туда не спрыгнул. Внимательнее все посмотреть там. Блин, его серп пробивает через щит. Давай, Леголас! Твой черед! Бум, мадафака! Спасибо! Так, я кольцо вроде и так уже сменил, нет? Оу, понятно. Давайте его возьмем. А, стоп, я вообще снял чары? Лихо, лихо. Спасибо. Так, фляксесом больше нету. Ой, блин, вы все еще тут живые? Ёлы-палы. Чётенько, лови в спину. Или нет. Ладно, лови в лицо, мне пофиг. Ё-моё, блин, я опять забыл про эту собаку. Куртка рабочего. И где-то здесь еще одна собака, нет? Все, ладно. Текс, ну ладно, идем сюда. Понятно, понятно. Восемь тысяч душ. Надо будет все на самом деле как-то потратить, что ли. Нет! Оу, понятно. Так. У меня там лифт на месте, я надеюсь. Да, вроде как на месте. Я не знаю, зачем я это сделал. Ладно, догоним лифт. Пожалуйста, не спрыгивайте на меня. Понятно. Так. Эстусов нету вообще. Идти туда тоже не хочется. А что делать тогда? Огненных бомб всего лишь одна. Что-нибудь его еще закидать, что ли, попробую. О, кстати, можно попробовать поджечь оружие. Наверняка урон тогда будет по нему побольше. Или что еще, какие варианты. Кстати, интересно, на это на него действует? Наверняка действует. Еще проверим. Так, ладно, банзай. Но, по-моему, это не сработало. Чёрт! Какого хрена? Нет, это абсолютно не сработало. О мой бог! Он просто телепортировался, как будто я в чертов Street Fighter 5 играю. Все, спасибо. Я понял. Я все учел. Так, знаете что? По-моему, там сейчас меня будут ждать.
мои миленькие друзья. Или нет, фу, слава богу. Ладно. Чё бы мне поделать? И куда бы мне пойти? 8 тысяч душ, ёлопало, неохота терять. Ладно, знаете что, несмотря на то, что я только что сказал, что это неправильно, мы реально воспользуемся косточкой. Костер, или костер храма. О, прикольно. Давайте сразу костер храма. Текс. Давайте сначала посмотрим, что у нас появится в магазинах. Передать пепел. Ага. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Так, смола появилась, судя по всему, бесконечная. Магия. Нет, магия, по-моему, и была. Это вроде было. Ага, ну то есть вот эти всякие вещи. Так, а это что такое? Ключ от камеры в канализации поселения нежити. Ключ от камеры в канализации. Я серьезно не помню, где это. Ну ладно, я более чем уверен, что это нам потребуется. Так, Андре, ты мне, по идее, ничего не дашь. Хотя нет, мы можем здесь усилить... Да, мы можем усилить флягу. Чё? А, это в огне, наверное, нужно, скорее всего, сжигать. Распределительство, спечатать снаряжение, укрепить оружие. Этого не хватает. Ладно. Чё у тебя? Тут вроде все по-старому, да? Кажется. Ладно. Так. Пойдем зайдем вон к тому. Он нам, по идее, должен уровень еще не дать. Отлично. Возьмем ученость. Еще одну? Окей, я только за. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, это, конечно, небольшой спойлер для тех, кто в игру еще не играл, но если я ничего не путаю, то он умрет. В следующий раз, когда мы вернемся, да, он умрет. И не исключено, что имеет смысл выкупить вот этот волшебный щит, при том, что я им пользоваться не буду, но если я хочу, чтобы у меня была вся магия, ну, для той же ачивки, то имеет смысл это сделать. Хотя наверняка мы, конечно, еще каким-то образом сможем достать тот самый волшебный щит. Фиг его знает. Ну, блин, на таком, конечно, этапе игры не особо хочется на какую-то безделушку тратить 4500 душ. Что это был за звук? Что это за звук? What the fuck? At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you've the stones for it. Шутник, обхохочешься. Так, кто-нибудь еще появился ли? Нет, никого. Ты нам вряд ли что-то новое расскажешь. У нас душ никаких не появилось. Мы с кем-то еще разговаривали где-то? По-моему, нет. Так. Слушайте, а сколько нам уже ученость, чтобы у нас появилось 4 ячейки? Я что-то понять не могу.
Ой, ладно. Зато у нас магии будет дофига. Смотрите, как много стало. Так, а теперь, что дальше? 2500. Куда их деть? И о какой башне вы постоянно пишете? Я не совсем понимаю. Так. Что нам еще можно здесь купить? Так, 2500, на что их можно потратить? Ой, ладно, сделаем по-глупому. О, кстати, можно и уголь купить, в принципе. Но, наверное, лучше купить смолы. Вот так. Я уверен, она нам пригодится. Здесь-то в башню я не могу сходить, потому что ключ стоит 20 тысяч. Ага. Сжигаем осколок. Перестус нас должен хилить сильнее. И, кстати, по заклинаниям. Мы можем использовать вот этот двуручный меч душ. И он требует аж 22 интеллекта. Фига себе. Плохо. Ну ладно, пока что оставим все так, как есть. И сюда. Так, то есть говорите, что вот здесь, да? А, вон то, вот тот проход, я понял. Ладно. Воу! Я уже думал, она сейчас прыгнет. А, зайти нафига я это делаю? Можно же просто сделать вот так. И всех делов. Смотрите, насколько детализированно написано. Так, на секундочку. Так, хорошо, это... Кнопка меню. Так. Ага, отлично. А то в прошлый раз я случайно дал не ту оценку. Набедренная повязка. О, статуя Велки. Они грешили. Причащение. Проклятие может быть снято за 2500 душ. Хотите отменить опустошение? Не, пока не хочу. Но будем знать, что теперь мы можем это сделать. Что за набедренная повязка? Есть несчастные, которые могут позволить себе защиту только самых ценных частей тела. Ужас. Просто ужас. Так, что у нас тут? Оу, красная алебарда. Оружие на длинной рукояти представляет собой сочетание копья и топора. Алебардами с красными древками обычно пользуются клирики. Этим оружием можно колоть как копьем и наносить боковые удары как топором. Так что оно довольно универсально и эффективно в бою с несколькими врагами.
А что, у него случайно не скалирование? Нет, у него нет скалирования с Верой. Пока, во всяком случае. Осторожно, секрет. Кто-то здесь и живет, да? Я более чем... Ну, конечно. Только не говорите мне, что чтобы его убить, мне нужно святое оружие. Если так, то это будет просто полный пипец. И, кстати, по-моему... Опыта я за них не получил. Что крайне хреново. А, нет, получил. Оу, понятненько. Понятненько, время магии. Или нет, время перекатов. Эх, можно было бэкстап сделать, например, вот так. Фух. Рапира. Бешеное оружие. Окей. Я не буду жаловаться. Душа путешественника. Осторожно сзади. А, потому что он живет, понятно. Лихо, лихо. Ну, я привлек их внимание, тоже работает. Так, ну а теперь с тобой можешь разобраться. Оу! Понятненько. Старые добрые катакомбы. Прям один в один. Ты тоже живешь или нет? Ага! А, вот где мы оказались. Понятно. Окей. Серьезно? Чувствую, здесь сейчас будет западня. Вот серьезно. Вот прям попой чувствую. Стой, зараза! Тяжелый самосвет? Нет, никакой западни. Окей. А-а-а, я уже слышу. Понятненько. Оу. Всего-то единички урона не хватило. Еще один, и мы сможем прокачать нашу рапиру еще на один поинт. Вверх, и тогда предмет. Типа вот тот труп надо сбить. Только как это сделать? Блин, как же меня... Я никак не могу привыкнуть к этому долбанному... интерфейсу. Почти попал. Да. Угу, фиг там. У меня случайно нету лука или чего-то еще такого. Здесь арбалет. Угу. Ну тоже пока нет. Наверное.
Ага. Ей! Так, у меня теперь фатрол. Угу. Священный красно-белый щит. Ну-ка посмотрим, насколько он хороший. Вряд ли он будет лучше, чем этот. Ну да, 49 всего лишь. Физики. Не наша, прям скажем. Клад наверху. Впереди атаковать из засады. Угу. Угу. Ладно, проехали. На всякий случай отхилимся. Понятненько. Оу, ёлы-палы, я не ожидал, что здесь будет так много. Ё-моё! Нет, нет! Меня заперли тупо. Ладно, я не жалуюсь. Так, собаки. Ох, ёлы-палы, это было больно. Пришли туда, куда хотели. Достаточно быстро при этом. Так. Ну, ладно, дубль 2. Блин, тот факт, что они не умирают с одного удара, крайне печалит меня. Серьезно. Да, вот тут мой здоровый меч этот не помешал бы, прям скажем. Все? Окей, кул. Талисман святого. Вот куда нужно бежать к лирикам. Предель создания божественных чудес. Талисманы из слоновой кости получают только клирики женщины. На их эффективность значительно влияет вера. Талисман довольно хрупок, что несколько уменьшает упорство, даруемое навыком предмета. Неколебимая молитва временно увеличивает баланс на время создания чудес, чтобы вражеские атаки не прервали молитв чудотворца. Интересно. Очень интересно. То есть, по сути, ты можешь быть хлипким клириком типа магом, кастером. При этом тебе не нужен будет какой-нибудь мощный армор, потому что тебе будет давать баланс... твой колокольчик, ну или медальон. Здрасте, приехали. Случайно не та тетенька, которая была в первом Dark Souls? Похоже. Слепая, что ли? Что? Не буду тебя трогать. Я же не знаю, совершеннолетняя ты или нет. Ладно. Блин, идиот, ты даже не потрогал ее, ёлы-палы. Или он джедай, одно из двух. Мольба. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this
plan so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Okay. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karin, solemnly swear to serve you. Окей, окей. Жаловаться не буду. Так, что за шорткат мы открыли? Оу! 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 Окей, окей. You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Ну не у всех в руках мол демона, блин. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karin. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Ладно. My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Ну и чё, ты исчезать не будешь? Ну ладно. Так, ладно.